Всем снова привет. И сегодня мы будем играть... Мы начнем играть в игру Dead Space. Часть первая. Новая игра. Вперед. Еще длинная история с этой игрой связана у меня. Идет загрузка. Придется немного подождать. Ну и чё? Привет, это я. Жаль, так хотелось поговорить с тобой лично. Прости меня. Прости за все. Так хотелось поговорить с Кирой. Да, надеюсь, титры никому не мешают. На части. Но их можно, в принципе, отключить. Не могу поверить в то, что происходит. Они прям... Глаза к ним притягиваются. И сколько раз ты уже это смотрел? Скучаешь по ней, да? Не переживай. Мы обязательно ее разыщем. Вам двоим многое надо наверстать. В этой части... Итак, мы на месте. Синхронизируй орбиты. Очень интересное только начало. Только мороки из-за какого-то обломка. Добыча руды в космосе – выгодный бизнес, мисс Дэннингс. А Эгида-7, судя по отчету, просто золотая жила. Кобальт, кремний... Осмий. Так, и где же... Ага, вот он. Мы в пределах видимости. И мы будем играть за безмолвного персонажа. USG Ишимура. Класс планетарный потрошитель. Похоже, они уже начали курочить одну. Почему нет огней, даже габаритных? Почему же? Капрал, сближайтесь и вызовите их. Избегайте мусора, мы тут, чтобы починить их корабль, а не угробить наш. USG Ишимура, это аварийная бригада USG Келлион. Этот чувак мультики озвучивал. Ишимура, прием. Который сейчас надо говорил. Надо усилить мощность передач. Я в курсе. Усильте сигнал. Еще. В жизни не слышала, чтобы на таких кораблях были проблемы со связью. Что там, никто не может поднять трубку? Битый сигнал, как я и думала. Похоже, у них проблемы с дешифратором. Стыкуйтесь с кораблем, и мы займемся ремонтом. На все 48 часов. Хорошо, ты ее слышал. Стыкуйся, посмотрим, что у них. Грави-захваты включены. Начата процедура автоматической стыковки. Что за черт? Сэр, стыковщик. Что с ним? Мы сбились с курса, мы врежемся. Поднять защиту. Их стыковщик поврежден. Перейти на ручное. Быстро! Внутри магнитного поля! Тряхнулся! Отставить! Нет! Я знаю, что делаю! Капрал, выполняйте приказ! Он слишком мощный! Приехали. Я думаю, то мне монитор погас, честно. О чем ты думал? Ты нас всех угробить хочешь? Я спас наши задницы, мисс Дэниелс. Попробуй мы отменить стыковку на этой скорости. Куда же без задницы? По борту Ишимуры. А теперь успокойтесь, за работу. Капрал, отчет. Айзек вообще не тот. Потерял сигнал двигателей левого борта. Рации и автопилот накрылись. Потребуется время на ремонт. Ладно. Вдруг кто поможет на причальной палубе. Стой, Айзек, я синхронизирую X с системой корабля. Все, готово. Показатели здоровья в норме. Хорошо. Тогда выдвигаемся. У нас уйма дел. Подсветку она нам сделала. Теперь все офигеют на этом корабле. Какой красавчик приехал. С
подсветкой. Итак, наше первое задание. Так. Ну, конечно, управление тут дичайшее. Так, отстаньте от меня. Эй, мы не сигналы потеряли. Мы потеряли сами двигатели. Невероятно. Ни хрена тут разнесло его. Задание выполнено. А так было трудно. Ящик надо разбить, как у хрена. Перебои с энергией повсюду. Айзек, разберись с той дверной панелью. Сейчас я разберусь. Нужно подойти и нажать. Я справился. Уже с двумя заданиями, между прочим, да. Так. 2200. И аптечка. Кто-то торопился, собирая свои вещи. Что ты взяла? Тут должен быть кто-то из охраны. Ага, только их нет. Вообще никого. Я не регистрирую никаких переговоров. Эта консоль все еще дышит. От их... Айзек, подключись к ней, может что-то узнаем. От их разговора у меня уже очков. Цепи обесточены. Не выйдет. Так найди, где есть питание. Будем работать одной командой. Быстрее поймем, что тут происходит. Чувствительность такая, Айзек, нормальная. Айзек, разберись с компьютером. Блин, у меня с двери упала эта вешалка. Я охренел вообще, я обделался сейчас только что. Так. Локатор. Что это такое? М. А. Точно. Ой, я L нажал. Или Джейн нам сказали. Так, ну это такой же. Все, у нас аптечка есть. Б это локатор, и М это карта. О, круто. Это очень круто. Видно, где сейфы. Сейфы. Это прикольно. Дверь закрыта, все ясно. Корабль сильно поврежден. Система туннеля отключена, перемещаться будет непросто. Вентиляция заработала, уже хорошо. Черт, что это было? Запуск системы. Упс, это я, извините. Датчики автоматического карантина. Можете все расслабиться. А я бы так не был уверен. Стойте, бы... замри. Что это? Где? Это еще что? Тут кроме нас кто-то есть. А неужели не видно? Огонь! Всем огонь! Огонь! Питание! Какое питание? Что делать? Эксид! Где эксид? Давай. К лифту. Есть. Давай. Айзек, убирайся оттуда! Я бегу! Бегу, бегу. Ой, бля, хомуха. Эй, подожди, а. Стой! Сволочь. Иди, Айзек, убирайся оттуда к черту! Да убираюсь я, а чё я? А если направо побежать, там пусто? Давай, он за мной в лифт не поедет. В лифт не пойдет, точнее. У тебя проблемы с... чем-то там, раз ты извергаешь свой утренний завтрак. Хорошо, что лифтеры починили лифт, а то я не знаю. Вот первые знаки, смотри, символы на двери, чтобы они могли значить. Сейчас порву кого-нибудь. Смотри, к такой позе стоит. Ой, что там происходит? Ну там все серьезно. Нанял космическую девушку. Так. Плазменный резак. Смотрите, он прям подсвечивается. Ну это здорово, когда подсказки.
успел. Замахив... Ух ты, ни хрена, замахивается. Это... Так, у нас тут есть аптечка. И кредиты 1000. Так. Ой, какое тяжелое управление. Че, левша? О, первые патроны есть. Чувствительность чуть-чуть увеличить. Так, ой, какая же дичайшая это... Медленность. Фу, медленность. Как же медленно. Ни хрена ты подлетел. Какое же неудобное... Неудобное управление. Бутылки разлетелись. Вот кто тут развлекался. Обманули тебя. Надо было звонить на проверенный сайт. А ты это позвонил, заказал кого-то. Не пойми кого, тебе привезли. Так. Да ёптить, какое же управление сложное. Кредиты. Там... Фу, это что за кишка там пробежала? Так, это у нас... Молодец, что не понял, что напоминает. Да мне здоровье... Говори, Бенсон, всем внимание! Они лезут через шахты вентиляции. Держитесь от них! Осторожно! Назад! Назад! Угарный смех. Угарный шум от них. Айзек! Айзек! Надо же, ему удалось. Вот сволочь, удалось, гад. Айзек, мы видели еще твари по пути сюда. Ты в порядке? Что это такое? Откуда эти твари? Штаны мокрые, ты че? Говори тише. Кто бы это ни был, они нам не рады, а половина дверей перекрыта из-за карантина. Нам нужно на мостик. Если б нет стекло... починим транспортную систему. Ну ладно, живи. Ты чокнутый, из-за тебя мы все погибнем. Будешь слушаться меня, я вытащу нас отсюда. Что с транспортом? Да пульт управления накрылся, но в инженерном отсеке должны быть запчасти. Сломанная вагонетка блокирует нужный тоннель. Из-за долбанного карантина все двери закрыты. Отсюда мы никуда не попадем. Мы нет. Но ты можешь. Айзек, если я доберусь до мостика, я получу доступ к данным экипажа. Ты починишь транспорт, а я помогу найти Николь. Ты что, охренел, что ли, в такой ситуации? Задачу можем сменить. Ого. Круто. В такой ситуации мы не должны... Сколько у нас там же аптечек? 3. В такой ситуации мы не должны обмениваться. Ну, делать друг другу одолжение, как бы. Нам надо... Это что было? Тень, да? Вот засранцы уже тут пугают. Знаешь, ну нам туда не надо, нам сюда. Там патроны лежат. Заманчиво. Такая бойма, причем здоровая. Должны выполнять все задание. Чё? Не, со мной такие приколы не проходят. Блин, они прям заманивают, раскидали тут всякие эти. Пополу. Смиту удалось грохнуть одну из тварей. Внимание! Не пытайтесь попасть им в корпус. Вы должны отсекать им конечности. Да, обязательно. Хватайте резаки или что-то в этом роде и режьте их на куски. Вот оно где начало жестокости. Потом дети будут месить учителей. А, он типа упасть должен был, да? Ну ладно. Айзек, будь осторожен. Стрельба по корпусу мало что дает. Целься по конечностям. Разнеси их к чёрту. Это должно помочь. Отстреливание конечностей наносит больше урона, чем стрельба по корпусу. Вот красавцы, считайте, такие подсказки делают постоянно. Вот это да. Ну, конечно, в играх уже давно нет никаких... Чё-то тут, я не помню. Добрать что ли можно? В играх нет, конечно, давно уже справок. Ой. Ой, какой звук. А, вот, наверное, вагонетка, да, или нет? Смотрите, рука чья-то.
Вот, они. Стазис. Так вот, а в играх нет подсказок всяких там. Похоже, дверь заклинила, Айзек. В настройках, там, справки, когда Escape нажимаешь. Который ты подобрал. Уже давно. Чё? Вот. То есть нет справочника по игре. Но зато есть простые вот такие подсказки. И это здорово. Особенно здорово то, что пытают, ну, как темнота. Особенно здорово то, что их очень сильно нам впаривают, как бы. То есть мы не забудем, какие клавиши нам нажимать. Но в любом случае мы можем обратиться в настройки и посмотреть ту или иную комбинацию клавиш. Ну, там, как открыть. Таб, блин, короче, забудьте, бред несу. Ну, в смысле, понятные вещи. Почему сохраняться рекомендую? Потому что, блин, а C-диск? Ну, засранцы. Потому что в любой момент может вылететь игра. Конечно, я тут недавно сохранялся, но все же, да. Так. Твой стазис-модуль поможет управлять этим механизмом. Это силовой узел, а не стазис-модуль. Тут есть хоть стазис-подзарядка? Так. Что? Да, есть стазис-подзарядка. Опа. Друганы пришли. А чё он не перезаряжает? У нас же дофига патронов. А, всё-таки он настолько тормозной. Так.